Центральная площадь на Московской улице, церковь Святой Троицы Всходней и Химкинский мост – это одни из самых узнаваемых мест в городском округе. Теперь они запечатлены на открытках, которые можно не просто подписать, но и отправить другу или родственнику. Сотрудники картинной галереи имени Горшина выбрали самые узнаваемые места и перенесли их на открытки. Это открытка почтовая. Каждый посетитель нашей галереи может выбрать понравившийся вид открытки, написать краткое пожелание, поздравление, все что угодно, и отправить эту открытку прямо у нас в музее. Затем мы эти открытки собираем и уже относим на почту. На открытках часть фотографий, которые были представлены на выставке «Старые мои, новые мои. Химки-85». Именно она сейчас открыта в галерее имени Горшина. Экспозиция знакомит посетителей с историей Химок. Через фотографии можно проследить, как городской округ менялся со временем. И все это – работы химкинских художников. Очень было любопытно узнать, как это выглядело все раньше, сравнить с тем, что сейчас, какие-то узнать особенности, исторические факты о том, что царь останавливался, о том, что где-то что-то называется Шаляпинская беседка и так далее. Выставка «Старые мои, новые мои Химки-85» сейчас завершается, а вот отправить открытку с изображением популярных мест городского округа еще можно. До конца года есть время удивить кого-то из своих близких и написать несколько приятных слов. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.